В Аксуйском районе в селе Джергес возводят школы. Это общеобразовательное учреждение будет двухэтажным. Здание рассчитано на 150 ученических мест. На строительство этой школы предусмотрен 71 миллион сомов. На сегодняшний день строительные работы завершены на 20%. Полностью окончена кладка кирпичей первого этажа. Теперь будут заливать сеймопояс. Со следующей недели начнем возводить второй этаж. В этом же районе в селе Шапалак строится новый корпус школы. Она также рассчитана на 150 ученических мест. Основное здание школы построено в 70-е годы прошлого столетия, а в 2013-м здание было признано непригодным для эксплуатации. Так, строительство нового корпуса началось в 2014 году. Но из-за задержки средств, из-за пандемии все затянулось. Теперь же этот объект будет сдан в эксплуатацию осенью текущего года. Следующее общеобразовательное учреждение строится в селе Кызылкия. Стоит отметить, что Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунальному хозяйству поручено в текущем году возвести 100 школ по всей стране. Двенадцать школ из 100 строим в Иссык-Кульской области. Новые здания возводятся по стандарту. Сейчас на всех объектах строительство идет полным ходом. Сейчас в Иссык-Кульской области строят 18 школ и 11 детских садов. По предварительным данным, в этом году в эксплуатацию будут сданы 14 школ. Айзрек Ахматова, Айнура Достукбекова, ЛАТО 24, Иссык-Кульская область.